Готовьтесь к худшему. ИГИЛ готовит в Европе гораздо более крупные теракты. Боевиков-одиночек сейчас засылают специально, чтобы перегрузить спецслужбы и отвлечь их от глубоко законспирированных боевиков. К такому выводу пришли американские эксперты в области безопасности после последних атак во Франции и Германии. Сейчас на бойню отправляют не профессионалов, а так называемое пушечное мясо. Задача таких бойцов – организовать теракты с относительно небольшим количеством жертв, чтобы создать атмосферу страха в Европе. Спецслужбы будут отвлекаться и расследовать эти случаи, а ячейки ИГИЛ организуют гораздо более мощные атаки. Также эксперты предупреждают, что теракты могут стать в Европе ежедневными. По данным экспертов, ИГИЛ удалось наладить инфраструктуру, которая позволяет смертникам свободно перемещаться по Евросоюзу. Но это никак не могло не отразиться на туристической составляющей. После терактов китайцы готовы ехать куда угодно, кроме Западной Европы. Интерес туристов из Поднебесной резко упал после серии нападений. Лидеры международного туризма, китайцы, еще недавно осаждали достопримечательности Франции и Германии. За год их приезжало до 5 миллионов. Однако сейчас спрос на путевки резко упал. Теперь на первом месте среди китайских предпочтений в Европе более спокойные Венгрия, Чехия и Финляндия.